Вот эта пушка, которая за моей спиной, это Демо Кленко. Это самые престижные фирмы в мире. Они объединились несколько лет назад и создали вот этого монстра. Он называется Титан. По производительности это одна из самых мощных пушек вообще в мире. Поэтому мы надеемся, что любители горнолыжного спорта и сноуборда сезон начнут в этом году раньше. Старым ротраком там нельзя было работать, потому что это черная трасса, она очень опасная. А новый ротрак справится с ней легко. Поэтому в этом году обязательно эта трасса будет работать для спортсменов и для продвинутых спортсменов. Хочу пригласить всех любителей горнолыжного спорта в эту субботу приехать к 10 часам на открытие первой части трассы.